Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня мы отправимся на радиовышку. Сегодня мы наконец-таки завершим постройку генератора, вот таких вот он затрачивает ресурсов. Мы это сделали, нажимаем таинственную кнопку «Завершить», и что-то он не завелся, по-моему. Ох, смотрите, как персонаж его поднял. Нам нужно донести этот генератор до мотоцикла. Сейчас мы вот так вот кропотливо тащим его в мото. Закидываем, нельзя поставить здесь. Поставим на его, как говорится, задницу. И сейчас отправимся в далекий-далекий путь. Нам нужно немножко заправить наш, как говорится, чоппер. А где у нас топливо? Сейчас посмотрим, либо... возьмем в магазике, либо я его где-то оставлял. Неужели я уже все топливо где-то профигарил? По ходу дела нигде нету топлива. Но ради этого можно зайти в транспорт, купить. Я думаю, что 30 литров будет многовато. Возьмем 10 литров и поедем. Сейчас заправим мотоцикл и, в общем-то, отправимся на радиовышку. Вот, сейчас я заправлю. И посмотрим, что там есть. Поехали. Так, пока идет загрузка, генератор у нас, получается, стоит на чоппере. Отправляемся в вышку. 16 секунд будем ехать. Топливо у нас кончается, 200 топлива. И я, по-моему, не полностью заправил. Сейчас посмотрим, сколько затратит он от дома до радиовышки. И получается, что даже еще не прошло и половины. Так, половина проходит, 80 осталось топлива, то есть где-то около сотки он съел. Ну, сейчас барабанная дробь, как говорится, только вот пришел с Игромира, и сейчас записываем. Также сидел еще и через телефон рубал. В общем-то, думаю, что сейчас мы отправимся, наконец-таки, в так называемую... А, подожди, нам нужно взять генератор и... Забираем генератор и дотаскиваем его до радиовышки. Кстати, очень много народу подходило на Игромире и говорили, что «Лего, вот я играю в Last Day, можно я тебе помогу, давай я тебе дам свой аккаунт». Очень огромное спасибо, но все, кто видели, что я и сам ходил с телефоном и показывал Last Day свои достижения, так что подходили, кстати, как это называется-то? Подходили, короче, четверо или пятеро таких вот парнишек Суворовского училища, насколько я знаю. Вот им огромный респект, если они смотрят. Заводим. Ох, подожди. Куда ты заводишь-то? Ё-моё, мы здесь не одни, что ли? Осталось, чтобы нас прибило еще. Вот это прикол. А вот насчет этого я вообще не ожидал, что так будет. А что это за подстава? Я запустил генератор, и тут пришло просто куча зомби на звук. Вот к этому я был не готов. Так, сейчас возьмем тогда еды чуть-чуть есть и возьмем, наверное, дробовик. Это самое лучшее, что у меня есть. Возьмем тогда еды, возьмем дробовик и отправляемся быстрее туда. Заберем наш лут, ну потому что это какая-то засада, это ну просто кошмар. Просто прилетело. Самое главное, что мы уже установили генератор и нам уже не потребуется мотоцикл, чтобы ехать до радиовышки. Мы сейчас спокойно дойдем пешком. Кстати, смотрите, смотрите, вот и зимние локации, ё-моё, вот и привал. А мы не можем пока сюда, там будет и рыбалка, и что хочешь. Побежали на радиовышку, сейчас нужно будет забрать лут. Тут у нас открылись и желтые локации с лесом, и красные локации с лесом. А камушки какие-нибудь открылись или нет? Потому что нам же нужно... А, мы потихоньку с алюминия сможем... И с обычной руды камень-то дозабирать. Все, я понял. Доходим. Жалко, что порт не открылся. Вот это прикольно. Обязательно посмотрим сейчас на зимнюю локацию. Глянем, что там есть. Сделаем скринчик. И нам нужно дозабрать лут наш. Пойдем забирать лут, потому что там остались зомби. И, блин, негоже. О, тут еще и толстяки. Ё-моё. Ё-моё, надо их как-то добивать. А что их здесь так много-то? Толстяки, бегуны, кого только нету. Самая подстава это бегуны. Мне не хватит столько аптечек-то. А как мне быть? Они меня догоняют и начинают кромсать, а без брони-то я сейчас ничего не смогу сделать. Это какая-то жесть. Это просто какая-то жесть. Все, остались толстяки. Давай, 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 отлично. Ух. Нет, ну это просто кошмар. Это, я не знаю, вторая волна после того, как я принес генератор. Короче, готовьтесь. Готовьтесь, что к вам придет вторая волна, и вам придется бесконечно, бесконечно тратить аптечки.
еду, все, что у вас есть, морковки. Ну, лучше взять, когда, конечно, с собой бинты. И лучше с собой взять, конечно, обмундирование. Потому что сейчас вот получилось пойти вот так вот голым. И на самом деле еле-еле у меня это все удалось. Иначе я сейчас бы помер. И мне пришлось бы заново делать, крафтить рюкзак. Заново крафтить там оружие, какие у меня были. Ну, короче, подстава полная. Заходим, берем рюкзак, берем все. Так, оружие есть. А что у нас подвисло, не понял. Все, я там что-то нажал, непонятно что. И в итоге генератор стоит. Здесь компьютер, я не могу ничего с ним делать. Интересно, а для чего он нужен? Для чего я потом... Ну, вот здесь же на карте показано, что с ним можно что-то сделать. Ну, а ведь с ним ничего я не могу сделать. Я на всякий случай это заскриншотаю. Как говорится, на память оставлю. Здесь мы еще успеем порубить леса. И давайте сейчас отправимся в... Получается, зимнюю локацию. Так, показать. Быстренько заберем аирдроп. Срочно забираем аирдроп. И пойдем в зимнюю локацию. Посмотрим, что там есть. То, что очень хочется посмотреть, уже не терпится. И в красных локациях, как подписчики мне закидывали, можно набрать очень много шкур. Ну как очень много, их придется фармить в любом случае там. И делать уже ботинки с меха, меховые штаны и так далее, и так далее, и так далее. То есть меха придется фармить, ой, как много. Но зато мы сейчас можем намутить дубовые доски, железные пластинами переплавим, а железные слитки с каменными блоками тоже не проблема. И, наверное, в следующей серии мы сделаем эту крутую плавильню и посмотрим, что в ней есть. Ну и также, понятное дело, нужно делать что-то с мехом, как-то его фармить, что-то с ним делать, потому что это не гоже. Зимняя локация открылась, а Легасик не может себе сделать зимние шмотки и сходить туда. Поэтому нужно будет как-то выживать потихоньку. Ну сейчас мы заберем аирдроп обязательно, потому что там могут быть очень и очень интересные вещи. Также посмотрим мы, что будет в зимней локации. Поехали. Ну, все очень четко пока. Ну, если не считать того, что я зафейлил в самом начале, но я просто не ожидал, что пойдет реально полуорда. Кстати, мне разнесли орда полдома. Так что я зашел, и орда там такая орудует. И снесла реально мне соломенные стенки. Но ничего страшного. Каменную она, по-моему, не тронула. Наша задача еще будет сделать одну стенку бронированную. Если, ребята, у вас есть какие-то аккаунты, и я могу к вам зайти и протестить эти стены, буду благодарен. Зайду обязательно, покажу всем, на что ваша база способна. Я имею в виду в четвертом тире уже в металле. Что-то я не могу найти, получается, аирдроп. Но он здесь по-любому где-то должен быть, а его почему-то нет. Здесь только бегуны, блин, беспалевные ходят. Идем дальше. Мне кажется, что в зиме я буду мерзнуть. Нет, серьезно, все время аирдроп был в центре карты. Здесь центр карты. Вот. А вот он, все отлично. Забираем ягоды. Ягоды нам тоже пригодятся для регенчика. Налутаем и поехали. Главное, чтобы олень меня не пнул. Жалко, с оленя нельзя выбить какие-то шкуры и добавить ее в броню зимнюю. Было бы прекрасно. Так, забираем все. У меня есть разрушители, если что. И отправляемся, ребята. Вот он, настал момент, как я попаду в зимнюю локацию. Что же там мы увидим? Что же мы там найдем? Сейчас глянем. Так. Отправимся в желтую локацию, дубовую. А потом отправимся в красную локацию. А, нет, мы пойдем... А, у нас две дубовых открылось. Отлично. И две зимних открылось. Вот это тоже отлично. То есть здесь мы сможем теперь на халявку фармить дуб. Не в вышке, где там найдете какое-то определенное количество, а вот здесь вот, в лете. То есть, ну это ладно, мы на нее сделаем обзор. Я сразу хочу в зимнюю пойти. Вот здесь мы еще, кстати, открыли, да? И здесь... А, теперь вот эти вот вышки, они будут открывать дальше локации. Чтобы сюда потом пойти, нужен уже будет вездеход. Вот эта локация по-любому, наверное, в следующем обновлении откроется. Очень интересно будет на нее посмотреть. И здесь лесистое предгорье. Смотрите, просто шикарно оно выглядит на картинке. Прям такая атмосфера, все такое атмосферненькое прямо. Сейчас глянем, сейчас зайдем, что там. Доходим. И здесь у нас... Заходим. О-о-о, прикольно, что здесь зеленая локация. А здесь такая зимняя. Что здесь за... Так, токсичные зомби мы видели. Токсичных зомби ничего, но... Лиса.
Вот они, окоченелые зомби, нифига. Новые пацаны. У меня чувак замерзает и не может ничего делать. Он не может стрелять, не может что-то делать, не может ходить. Вот это прикол. Он не может стрелять, когда он замерз. А попробуем сейчас замутить баги, если нам удастся это сделать. То есть я сейчас вышел из локации, и если сейчас обратно вернусь... Блин, у меня чопперское событие, но тут такое, что хочется посмотреть. Там лисы были, и мы могли спокойно лис убивать и потихоньку восполнять броню. Сюда по-любому с броней надо из красной находить. По-другому так. Так, вот если мы перезаходим, он сразу замерз, то есть не канает. Не канает, так зашел и пошел. Вот это попадос. Теперь я точно знаю, что мы спокойно лис можем очень много нафармить вот в этой локации. 100%. Но мы уже глазком так, тайком взглянули на зимнюю локацию. И по-любому вот в этой локации будет побольше лис, где мы сейчас их сможем нафармить, сделать себе броник, получается. Ну, броник, мех я имею в виду, зимнюю броню. Смотри, он дальше замерзает, нифига себе. И у меня даже жизни кончаются. Вот это поворот. И причем быстро кончаются. Он до сих пор замерз, хотя я уже в летней локации. То есть никак не остудиться, да? Нормально мы сходили. Сейчас я отправляюсь тогда домой. Сколько осталось? 6 минут до чопперовской локации. Так, сейчас мы здесь помрем, наверное. 27 секунд он идет в обратку. Вот этого я не ожидал. Что если ваш персонаж замерзает, то он так и будет замерзать. Даже если я нахожусь в летней локации. Мне кажется, что нужно это как-то пофиксить, что ли. Потому что мы же уже находимся в летней локации, правильно? И поэтому нужно уже как-то... Ну, типа ты остыл и можешь дальше двигаться. А тут получается, я сейчас домой приду и дома благополучно помру. Ща, заценим. Нужно обязательно сходить за чоппером, посмотреть, что у нас есть. Теперь ему нужно согреться, и дома, конечно же, он согревается. Проблем у него дома никаких нету. Сейчас мы возьмем броню, отправимся к чопперу. Давай посмотрим, что у нас в сундуках. Лом я трогать не буду. Забираем вот эту броню, вот эту броню, вот эту броню. Хотя, в принципе, можно было попробовать затестировать эти куртяхи. Мне кажется, что с ними он бы меньше замерзал, правильно? Я считаю, что правильно. Ботинки есть, все есть, головы только нет. Вот, видите, как у меня... Вот, шапка, кстати, с этой шапкой, нам, мне кажется, нам было бы намного легче фармить зимнюю локацию. Берем, кстати, что мы берем? У нас по хилу-то ничего нету. По хилу ничего нету, но здесь есть морковки. Мы сейчас сделаем быстренько морковный суп. Причем очень быстренько. Закинем сюда морковку. Возьмем дрова. Закинем сюда дрова. Так, ускорим все это дело. Это все закинем. И вот это у нас будет пока на время отжорством. И идем быстренько в локацию дальше. Берем все, вот это одеваем. У нас есть эмочка. У нас есть... У нас есть вот эти штуки, очень интересные мачете. Вот это пока все закидываем в дальний ящик. Так, сюда тоже пока закидываем. Оставляем только пешку и оставляем М16. Придется нам как-то отъедаться морковочкой. Ну что, поехали? В принципе, можно поехать на чоппере. Обязательно посмотрим события. Конечно же, я хотел бы в дубовую заехать, но здесь просто... Я обязан сюда поехать, чтобы забрать оружие и так далее, и так далее. А потом уже отправимся сюда, в желтую локацию добовую, и там уже спокойно, наверное, будем фармить лис. С лисами уже не будет никаких проблем. И нам придется, сейчас я посмотрю, сколько нам придется сделать. Там очень придется много меха выбить. О, это, по-моему, это опять обманка, да? Эй, пожалуйста, помоги, давай посмотрим сразу, что мы сможем сделать. Или это опять куча зомби пойдут? Да, это опять пойдут куча зомби. Кстати, мне говорили, опять я забагал, что ли? Блин, я даже не хотел багать и забагал. Здравствуйте, я, если что, ничего не делаю. Можно присесть, пожалуйста? Так, а я попробую помочь вам. А, я по выжившему попал. Ну и ладно. Так, убиваем выживших. И сейчас, кстати, там могут приходить бесконечно эти, как его. Так, вот это забираем. Во-во-во-во-во, они уже валят.
Вот это забираем. В принципе, я сейчас не очень хочу разбираться с зомбями. Мы сейчас, короче, как сделаем? Вот здесь вот покушаем. А если я, допустим, выйду, эти зомби появятся или нет? И стратим глок. Не нужно было, блин, выживших убивать, но не страшно. Сейчас просто пешки будут отъезжать из-за этого всего. Так, вот такое вот количество оставим на время. Чоппер залутываем, смотрим, что там есть. Еще идет волна, причем быстро. Так, а почему ты сразу не мог взять? Смотри, что творят, а? Не дают спокойно ведь залутать. Придется с вами разобраться по-мужски. Я еще, кстати, эту орду не убивал. Мы ее сейчас прикончим. Зато я покачаю левел. Левел тоже нужно качать. Возьмем крутую пешку. И я уже 93, кстати. Никаких проблем. Никаких проблем. Так, идем дальше. Что у нас здесь есть? Убиваем этих зомби. Это уже будет, скорее всего, последняя пачка, с которой больше уже никто не будет расправляться. Мы уже с ней расправились сами. Лутаем сумку быстрее. Смотрим, что в сумочке. В сумочке у нас болтики. Вот это забираем, забираем, забираем. Это нам не надо. Здесь у нас штаны забираем, мачете забираем. Вот это забираем на переплавочку. Здесь у нас мужичок лежал в очень такой хорошей броне. Мы воспользуемся его броней, его штаниками, его ботиночками. Кстати, вот эту ботиночки отдам ему. Глок заберу. Эти заберу. Ну и, в принципе, и все. Кстати, нужно срочно сделать новый рюкзак, который будет вместительный. Отправляемся, наконец-таки, в дубовую локацию, чтобы посмотреть, что там и как там. Поехали. Так, отправляемся в дубовую локацию. Она вот здесь находится у нас здесь. Едем. Я надеюсь, что там будет побольше лис. И мы сможем их... Ну, сейчас заодно посмотрим. Кончилось топливо, не страшно, побежали. Даже если будет мало лис, мы все равно будем бегать и их фармить их. Так, на каждую 12, 8, ё-моё, сколько лис придется перебить? Сколько придется кожи намутить? Это дофига. То есть оленей надо будет убивать в любом случае. Пошла, как говорится, жара. Доталкиваем. Здесь, скорее всего, второй левел нужно кирки обязательно, да? Требуется кирка. Кто-то бежит. Токсик зомби. Подождите, здесь у нас... Ага, здесь и в бункер, и здесь вот получается новый... А, нет, не новые дрова. Вот они, новые дрова. Так, берем мачете. С мачете ничего страшного, разберемся. Прыгает парень. Идем дальше. Так, вот это берем. Вот, три дерева новых. Сейчас посмотрим, будут здесь лисы ходить или нет. Лиса ходят, это очень хорошо. Пугает, конечно же, бегун. Как же без этого? Это лис... О-го-го-го, смотрите, что творят, а. Тут не так-то легко будет со всем этим делом разобраться. Потому что сейчас плюваны оплюют, и он скажет, вы воняете. И вы реально скажет, воняете, и все. Лис вы сбить не сможете, вам придется идти на базу. То есть очень все грамотно сделали в этом плане. Садимся, заходим со спины и опять бежит, смотри, ты токсик. Все, я уже лисе ничего не смогу сделать. Она будет чуять мой запах. Еще пока нормально. Обязательно забираем его кожу. Так, это съедаем. И пойдем сейчас добудем лису. И смотрите, опять только начинаю садиться. Сразу бегут бегуны. Еще кто-то. Просто вся толпа сюда уже бежит. Не так-то просто будет лису забрать. Так, поехали. Добьем токсичного толстяка. Забираем на бинты. Посмотрим, что здесь может выпасть в сундуках. И здесь у нас пока ничего такого интересного. Вот, 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 еще зомби. Олени, как назло, блин, это олень. Лиса, вот она. Так, лиса. Отлично. Наконец-таки первая лиса. Теперь их можно будет фармить. Их, кстати, здесь не так-то и мало.
Что мы оденем? Здесь мы можем одеть вот за место вот этого лисьи шкуры берем. Здесь реально лисы есть, так что проблем с ними не должно быть. Просто зачищаем всю локацию и потом уже стараемся фармить лис. То есть зачищать здесь обязательно надо всех. Лутаем сундуки, и опять кто-то бежит. Конечно же, плю. Все. У меня красный, нужно принимать душ. Теперь никаких лис я уже, естественно, перебить не смогу. И все сразу бегут, все понятно. Короче, здесь очень тяжело в этом плане. Здесь нужно уметь будет расправляться с токсическими зомби. Иначе просто здесь делать нефиг. Ну что, ребят, с вами был Лего. Вот такой вот был сегодня контент по Last Dinosaur Survival. Будем сейчас как-то фармить на шкуры. Всем пока-пока.